нас Мишина очередь водиться с ребенком. Сейчас увеличу, чтобы не подходить ближе. Видишь, почеши ему за ушком. Мордашку повернет. В общем, он сейчас как чертенок тут прыгал и скакал, всех грыз, кусал, царапал. Ну, минут, наверное, на 10 его хватило, да? И вот теперь он у нас спит. Ну, еще ночь впереди. Кто ночью с ним водиться будет? Ты его что, потом Лерке отнесешь? Лерке потом его отнесешь? Сам будешь с ним? Здорово. Вот такой у нас житель. Спит, уши развел в разные стороны. И падает, падает с плеча. Заснул. Ой, такой он милый.